Девчонки, что вы делаете, Милан? Лика, ты? Да, коробочку нашла, Клаш. Перебираю, смотрю, что-то. Миланка, ты конфетки, да, хочешь? Да. Милан и Лика, сегодня у нас челлендж фиолетовый цвет против желтого цвета. Поэтому, Милана, я хочу желтый. Сейчас мы крутим рулетку. Какой цвет тебе попадется? Такого цвета конфетки ты сейчас и будешь искать себе. Понятно? Да. Подожди, а фиолетовый, а что вообще может быть? Да много чего может быть. Я вообще не могу придумать ни одного продукта. И Кусь, ты что, какой хочешь цвет? Ну, фиолетовый. Девчонки, смотрите, у нас сейчас 12 часов дня, и посмотрите, как на улице темно. Ну, еще не прям темно. Ну что, Лик, сделай рулеточку. Фиолетовый и желтый цвет. Пока девчонки будут крутить рулетку и выбирать цвет. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал и, конечно, поддерживать девчонок лайками. Так, я понимаю, Лика уже сделала рулетку. Кто крутит рулетку первый? Да, конечно. А давайте, конечно. Бумага, раз, два, три. Раз, два, три. Я кручу рулетку. Поехали. Ну, поехали, думаете, какой поехали. Этот цвет? Да подожди, так ты... А, ты хочешь желтый? Она желтый хочется. Наверное, так и будет, Милан. Или нет? Да, так и будет. Да. Итак, у Лики фиолетовый цвет. Милан, а у тебя желтый цвет? Так я и хотела. Я хотела фиолетовый. Николай не называется. Да нет, один. А, нет, ну вот, это который плотный она качала, а этот вот такой вот. А почему ты его не сильно надула? А мне не получается его сильно надувать. Почему? Почему? Я не знаю, вот он такой вот надувается, и все, я ему вытаскиваю палочку, она... И все, да? Ну что, Милан, можешь искать конфетки желтого цвета? Найдешь ты там в пакете конфетки желтого цвета или нет? Да. Ну что, Милан, неужели нет желтых конфет? Нет, что-то понаходила. Есть? Ну-ка, показывай. Две такие же. Одинаковые? Да. Так, это желешка, да? Да, это желешка, а внутри там еще джем, наверное. Это а ну-ка, Милан, давай одну откроем. Это мои любимые. Открывай. Сейчас откусу и вам покажу. Но она видно уже желтого цвета, ребята, да. Милашка, держи свой. Четвертая? Должна быть мягкая. Ну, она тянется, мармеладка. Вкусняшка. Белая. Ну, внутри беленькая, а так она, мило, конфетка желтенькая. Ну что, девчонки, погнали в торговый центр и будем искать какие-нибудь вкусняшки фиолетовые и желтые. Я фиолетовый. А я желтый. А я желтый. Чем ты нас хочешь удивить? Морсиком? Морсиком? Фиолетовый. Фиолетовый. Ягодный. Он, Лика, будет сиреневого цвета. И очень, наверное, вкусный. Клади. Да. Очень люблю чай лента, но как бы фиолетовый. И с чабрецом. Все. Угу. Так, ну это синий, да, будет чай? Ну а фиолетовый. Ты что видишь? Ну, ты знаешь, у всех я считаю, что в принципе это фиолетовый, я черная смородина. Ну потому что смотри. Милан, а у тебя апельсинка? Нет, оранжевый, как это чего? На желтое вообще-то, нет. Папа. Так ты берешь, Лик, или нет? Да, я возьму. Берешь? Хорошо, клади. Лик, ты что сняла? Вообще-то у нас челлендж не лента. У тебя все лентовское. Ну так получилось. Ой. Помочь тебе? Так, давайте я посвежее. А смотрите, это с куркумой, Милан. Это с куркумой, цельносмолотой муки и куркумы желтый, ребята. Ничего. Смотрите, какой желтый цвет. Лика, а ты что взяла? Это же розовый. Просто вам показать. Это не по челленджу. Ну ладно. Милан, а ты клади, у тебя вообще крутой желтенький такой хлебушек. О, Лика, я это я люблю. Я тебе возьму, тебе какой? Карамель? О, нет, карамель не хочу. Яблоко и банан. Давай банан. Давай банан. Пожалуйста. Банан так банан. Красивый сиреневый цвет. Да. Сейчас тебе напишет Лика. А, ешь опять упаковки. Да, ем упаковки. Ой, да. Какой пончик в банановой глазури. Это банановая, да, скорее всего, глазурь. Какой красивый пончик. Класс. Милашка, ты что, крекеры выбираешь? Да. Смотри, можно взять вот такие вот крекеры? Нет, я хочу вот такие. Тук? Тук. Оригинал? Да. Давай, держи. Оригинал, мы слышим сметану и зелень. Так, Лик, ты себе выбирай сметану и зелень. Да, да. Ой, тебе папа что-то нашел.
Кузя, твои любимые кукурузные палочки, да, милаш? Ну-ка, иди в тележку. Алика, смотрите, взяла Милка. Мы уже пробовали такие, кстати, печенюшки. Мы такое пробовали не шоколадное печенье, а ванильное, и внутри шоколад был. Тоже разогревали? Ну, так не очень, если честно. Так, мы все равно берешь. Снимаем, да. Ну, хорошо, все. Ой, какая красота. Ребята, кстати, пишите, за какой цвет вы с нее голосуете? За желтый? За желтый. Или за сиреневый? За сиреневый. За сиреневый. Пишите сиреневый в комментариях. Ну, беру, конечно. И что ж ты там берешь? Чернослив. Нам сегодня под наш челлендж фиолетовый, да, против желтого. Лик, у тебя больше даже, знаешь, правда, лента. Ну, я тут в основном все продукты фирмы Лента. Я просто выбираю под цвет. Что? Пикник! Какой? Фиолетовый. А тебе можно? Миланка, свой любимый напиток, мажитель, ананас. Я его обожаю. Ананас манго. Тоже нашла черничный десерт фиолетового цвета. Вкусняшка. Ну-ка, кладите в тележечку. Какой? Милаш, я не помню сам йогурт какого цвета, манго. Желтый? Да. Желтый. Эксперт говорит желтый. Держи крепко и кладите в тележку, девчонки. Ну, вкусняшки. Погнали дальше? Да. Погнали. Милана, я знаю, что тебе надо. Давай вот такой возьмем, смотри, это смотри, пудинг. Один желтый, один белый. Желтый. Кстати, тоже классный. Вот это будешь или да, нет? Да. Вот это. Вот подожди, Милана, что-то оно какое-то это, липкое. Подожди. Вот. Смотрите, манго, пудинг. Клади в тележку, Милаш. Ты думаешь, слива, наверное, же будет. А я не знаю, ребята, ромовая нет, слива. Мне кажется, а мы проверим, держи. Дома если проверим. Нет, то ты съешь. Конечно, я согласна, я не расстроюсь. Хорошо. Мне кажется, хватит. Мне тоже кажется, у вас сегодня у нас полная тележка. Полная уже тележка желтых прямо продуктов. Так да, и фиолетовых продуктов. Давайте вот я вот сюда встану. Слушайте, ну круто. Мне очень интересно, конечно, проверить йогурт. Лика взяла вот такой вот фрутис, ромовая слива. Дома обязательно проверим, каким, какого цвета. Да. И вот йогурт, ну, тоже интересен. Желтый на самом деле, как Лика говорит. Или же Лика нет. Ну, желтый. Ребята, если йогурт не желтый, не фиолетовый, это все переходит мне. Согласны? А еще у Миланки, смотрите, какой вкусный пончик. Вообще. Банановая начиночка. Ой, глазурью. Все, девчонки, погнали на кассу. Ой, какая куколка. Покажи платьюшки. Это пижамка или платье? Пижамка. Желтенькая. Розовенькая. А где-то желтая я сейчас видела. А вот она. Смотрите. Это бабушка, а это я. Вас красила, бабушку вырезала. И вот это все бабушка. Класс. Слушайте, девчонки, ну просто супер. Ну что, давайте, девчонки. Что? Лик, мне интересно, Миланка захотела Актимель. Кстати, или Актуаль, это я уже забыла. Актуаль, да. Кстати, а я хочу ребята, у меня золото, я надену куколки, золото. Правильно, кстати, давай. Лик, ну давай, удиви нас. А? Ну давай я так, чтобы увидели все. Вкусно. Давай. Удивилась. Сиреневый, фиолетовый, то есть. Ну все. Йогурт переходит в пользу зрительского зала. Ну, подожди, мы так не договаривались. В смысле, мы сразу в магазине договорились. Лик, у тебя достаточно, что можно еще поесть, так что не переживай. Я вижу, что это переходит в пользу зрительского. Это переходит в Милане. Кстати, посмотрите, почему оно желтое. Смотрите, дай поближе. Ребята, йогурт желтый. Я думала, он будет немного фиолетовый, да? Я думала, хотя бы сиреневый. Лика, что я могу тебе сказать? Открывай. Что я могу тебе сказать? Нет, мое. Это тебе не подходит. Миланка, как тебе вкус? Попробуй. Попробуй со мной. Девчонки. Знаете, как я назвала? Лиза. Подойди. Лиза? Давай, пробуй. Нет, точно я Вероника назвала. А, Вероника? Так да. Лиза или Вероника? Вероника. Вероника тоже пьет, да? Твой напиток желтый. Вкусно, да. Вкусняшка? Ничего так, да? Вкусненько. Я его знаю, это мой нелюбимый. Ну, вкусняшка. Ладно, ребята, мне кажется, на этом можно... Ну, давайте попробуем.
Давай, подожди, не той стороны вставляй. Ну надо же, как нежданно, да, Милан? Переходит так, тебе. Ну он же фиолетовая упаковочка. Это же там же, как мы брали, печенье. Там же тоже печенье, не черное. В общем, девочки, давайте мы не будем. Милана Лика! Вылиться! Ну, это фиолетовая упаковка. Ребята, не пишите, что это нечестно. Или пишите. В общем, ребята, на этом наш челлендж подходит к концу. Девчонки, идите кушайте дальше свои вкусняшки, доедайте. На этом наш челлендж подходит к концу. И всем пока-пока. Пишите, кто сегодня победил, у кого круче продукты, кто лучше, на ваш взгляд, справился с заданием. Фиолетовый, то есть Лика. Или желтый цвет, то есть Милана. И всем пока-пока. Пока-пока.